Здравствуйте, друзья. Забавная история произошла. Оказалось, что я два раза отвечал на один и тот же вопрос. Один раз это было 16 сентября прошлого года, а другой раз буквально вчера. Там, где молодые ребята, 23 года, значит, интересуются, как же это так, что вот, мол, хочешь жить по-честному, а приходится начинать с нелегальной работы. И я, конечно, не сравнивал то, что было в сентябре, и честно сказать, я не только забыл, что я там рассказывал, но я даже забыл, что я вообще отвечал на этот вопрос. У меня же на форуме залив.орг есть список вопросов, которые ждут своей очереди, и каким-то образом так получилось, что, ответив на вопрос еще в сентябре, я забыл его удалить. Ну вот бывает, знаете, как замотаешься. А сейчас я смотрю и думаю, ё-моё, люди ждут с сентября, значит, там вопрос, то неудобно, и чувствую, стыдно как-то, вот люди ждут, ну все. Я думаю, ну отвечу, тем более вопрос длинный. И я ответил, а мне говорят, а вы уже отвечали на этот вопрос. И я думаю, надо же, вот наш зритель, до чего дошел, они уже перестали вопросы различать. У нас настолько похожие вопросы, думаю я, что уже вот отвечаешь на один, а люди думают, что это другой, просто потому что это как бы вопросы все похожие. И тут, значит, товарищ один просто присылает ссылку на тот вопрос. Я думаю, мама родная, тут только до меня дошло. Вот, и я думаю, ну нифига себе дожили. В общем, я даже подумал, что, может быть, надо иметь сотню вопросов, сотню. И не надо там 10. Хотя наша сотня вопросов, в принципе, ее можно к 10 тоже свести, в общем-то. Но, ну, допустим, 100 вопросов. И так вот возвращаешься с циклом там полгода. Раз в полгода отвечаешь на один из 100 вопросов. А поскольку ты уже не помнишь, чего говорил в прошлый раз, и вообще время идет, и каждый раз по-разному отвечается, и получается вроде интересное такое зрелище. Вот. А те, кто помнит, что было в прошлый раз, могут даже сравнить. А некоторые могут послушать два раза. Сначала то, что было полгода назад, а потом то, что сейчас. И увидеть, что это как бы как два разных человека отвечают. Скорее всего, я не знаю. В общем, такой вот, друзья, произошел, можно сказать, казус с нами. Но что меня больше всего в этом потрясает, что есть зрители, которые помнят, понимаете? То есть, что же это такое должно случиться, чтобы помнить столько? У нас же много видео, и то есть они мало того, что смотрят все подряд, так они еще помнят, что там было сказано. И даже, может быть, не что сказано, но помнят, какой был вопрос, какие в нем детали были и так далее. Это вообще удивительное качество нашего зрителя. То есть, он помнит. Вот. Рассказчик не помнит, а они помнят. Так что, да. Ну, что сказать. Есть люди, которые вот им рассказываешь один и тот же анекдот там раз в месяц, а они не помнят, и все, и каждый раз так заразительно смеются. Им хорошо рассказывать, в общем, приятно. Вот. А есть наоборот, когда человек рассказывал и не помнит, что рассказывал. И он каждый раз рассказывает и искренне вот веселится, что рассказал анекдот. Поэтому уж не знаю, чего лучше. В общем, такая вот веселая история. Счастливо!